В Люберцах открылось отделение общественной организации «Опора России». Это крупнейшая в стране площадка, которая объединяет представителей малого и среднего бизнеса. Какие задачи ставят перед собой члены сообщества, расскажем в нашем следующем сюжете. На сегодняшний день региональное отделение «Опоры России» представлено в 85 субъектах. Подмосковное сообщество – одно из самых крупных. Оно включает в себя более 20 местных отделений по всей Московской области и около 400 членов организации. Теперь частью большой команды стали и люберцы. Бизнесмены. «Опора России – это важная составляющая нашей жизни, российской жизни и нашего общения органов государственной власти всех уровней с предпринимателями по разным вопросам, по всем направлениям нашего взаимодействия, нашей работы, для того, чтобы главная цель – создание комфортных условий работы предпринимательскому сообществу, предприятиям». Сегодня «Опора России» – это, с одной стороны, общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России», членами которой могут быть физические лица и общественные объединения. С другой стороны, это союз ассоциаций отраслевых. Это некоммерческое партнерство «Опора», в состав которой в настоящий момент входит практически 150 профессиональных союзов. Председателем люберецкого отделения «Опоры России» назначен Владимир Русаков. На сегодняшний день он также возглавляет Люберецкий союз промышленников и предпринимателей. У нас более 20 тысяч зарегистрированных сейчас предприятий. 14 тысяч из них – это только индивидуальное предпринимательство. Вот. Большое спасибо Владиславу Леонтьевичу за то, что приняли вашу большую семью. Надеюсь, мы придем сюда не с пустыми руками. Люберцы, отделение Люберецкое организовывают люди достаточно опытные с точки зрения поддержки бизнеса. Люберецкое отделение «Опоры России» сформировали 8 предпринимателей, которые являются членами организации. Это руководители предприятий и сообществ городского округа и представители различных сфер бизнеса. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.